Проверка показала, что летом этого года исполняющий обязанности главы администрации Евгений Мязин заключил с предприятием «Оренбург-Ремдорстрой» муниципальный контракт стоимостью свыше 8 миллионов рублей на ремонт улицы Советской в Абдулино. При этом в нарушении действующего законодательства конкурсные процедуры не проводились. Не исключено, что после проведения конкурса к исполнению работ мог быть допущен подрядчик, предлагавший более дешевые услуги, а значит, бюджетные средства могли быть сэкономлены. В связи с выявленными нарушениями в адрес исполняющего главы администрации города Абдулино, прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, в отношении Мязина возбуждено два административных дела. По результатам их рассмотрения чиновнику назначены штрафы в размере 15 и 50 тысяч рублей.